чему ты радуешься, Ханум? 7 лет назад я продала Караванбаши 40 вареных яиц. Но он спешил и забыл мне заплатить. Сегодня он привез мне 40 туманов. Вот, говорит, пустил твои деньги в оборот. Пока ездил, 40 танька превратилось в 40 туманов. Вот в чем причина моей радости, понимаешь, милая? Правду люди говорят, что ум на базаре не купишь. Глупая ты, обманул тебя караван-баши. Из 40 яиц у тебя бы вылупилось 40 цыплят. Как так? Цыплята выросли бы, и было бы у тебя 40 кур. Каждую курицу ты продала бы за 10 туманов. Вот посчитай. Вай, несчастный человек. Обездолил меня. Беги, Кули, пока караван не ушел. Пожалуйся ему, пусть он рассудит вас. Скорей, скорей. Где же тут? Где же тут? А, ты мошенник и обвиняешься в обмане. За то, что обидел одинокую женщину, отдашь ей свой караван. Досточтимый мула, неужели за 40 яиц можно отнять у человека весь караван? Можно, можно, потому что ты обманщик. Я тебя судил, как велит Коран. А если тебе мало, я еще от себя добавлю. Эй, стража, что стоите? Взять его! Ну! Караван-баши. Сам не знаю, разорили меня, обездолили из-за каких-то 40 яиц. Они ж были вареные. Мне от этого не легче. Ах, послушай, что я тебе скажу, караван-баши. А. Из вареных яиц цыплята не могут вылупиться. А не будет цыплят, не будет и кур, которых можно продать. Пойди, скажи мулле. А, пойду скажу. Ты почему здесь, караван-баши? Что ты делаешь в моем дворе? Пшеницу сею. Какую пшеницу? Вареную. Какой прок сеять вареную пшеницу? А почему же мулла не сеет вареную пшеницу? Из нее ничего не вырастет. А вдруг все-таки что-нибудь вырастет из нее, мулла? Ничего не вырастет. А из вареных яиц? Ладно, теперь сказку без меня кончайте. Я ребятам о себе расскажу. Эй, музыка! Крошка-мальчуга, сказки добрые вязал целый караван. Честным я навеки друг, хвостуну я враг. Часто слышу, помоги нам, ерты була. Это я, эй! Из турменских сказок я к вам пришел, друзья. Мальчик с мальчик мне родня, много братьев у меня. Чего орешь? Ну, ребят, что у вас, сил нет? Держите его крепче. Да мы держим. Ну, тихо. Мурат, можете нос вытереть? Еще чего, себе вытри. Не говори под руку. Ну, потерпи еще немножко. Ну, ребята, сделайте ему искусственное дыхание. Вот и все. Вот это заноза. Это ж целая доска. Да нет, это целое бревно. Где, где? Ой, вруны, да это колючечка. Колючечка, скажешь. Покажите мне, это же моя колючка. Ничего не вижу. Вижу, не вижу, очки сними. Из-за твоей занозы в кино не попали. Так мне же больно было. Больно, больно. У моего дяди, у него с войны, вот такой осколок остался. Ему операцию делали, а он лежал и хохотал. Врешь ты, что он хохотал. Точно, и таких осколков не бывает. Чего? Не веришь?
Да я сам на операции присутствовал. Мне даже доктор дал ножницы подержать. Вот такие большие, блестящие, как луч. Доктор его режет. А он, ха-ха, слово даю. Чего ты размахался своей деревяшкой? А это какой твой дядя? Байрам, родной дядя. Он служит на этом. Этим, ну, где самолеты? Др-р-р-р-р, откуда летает? На аэродроме, что ли? Угу. Угу. Он этот, летчик-испытатель. Вот кто. Он на таких самолетах летает, что их даже никто и не видел. А ты видал? Я-то видел. Меня дядя всегда с собой берет. А когда я стану доктором, в летческой больнице стану служить. Мурат! Мурат! Вам телеграмма! Позови бабушку. Моя бабушка позови. Сейчас это. Бабушка, нам телеграмма, распишись. Сейчас, сейчас. Иду, иду. Сейчас, сейчас, иду, иду. Телеграмма, говоришь? Здравствуй, здравствуйте, дочка. Дедушка, вот распишись получение. Давай. Вот здесь. Так. Спасибо. Забыла я дома очки, если не очень торопишься, прочти. Дорогая мама, буду 17-го вечером, проезд в Ашхабаде, ТЧК. Вы любящий сын, Байрам, ТЧК. Байрам. Дочка, а сегодня у нас какое число? 17-е. Сегодня приезжает? Какая радость. Дочка, а что это он пишет? ТЧК, ТЧК, это имя женское или мужское? Это не имя, тетушка. Это точка. Конец. А, конец. Это что, тот самый дядя-летчик? Да. Готовить угощение надо. Идемте, дети. Идем, Мурат. Поможешь мне, Муратжан? Мурат? А где Мурат? Куда делся, Мурат? Куда ты, Мурат? Мурат! Мы его сейчас... Мурат! 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 Ведь только что он был здесь. Вот он! Мурат! Ой. Я думал, ты Мурат, а ты не Мурат. Ну что ты? Ну что ты? Успокойся. Вот куколка, вот какая куколка. Не хочешь куколку? Ну, успокойся, не плачь. Не плачь. А где же лошадка наша? Ах, вот наша лошадка. Какая хорошая лошадка. Вырастешь, джигитом будешь. Мурат, куда это он делся? Мурат! 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 Ой, что это? Ой. Мурат! Мурат! Ну, погоди, вернешься. Мурат, а ты молчи. Ну, что же ты? Идем. Тебя все ребята ищут. Мы тоже хотим посмотреть на дядю Байрама. Погиб. Кто, Байрам? Я погиб. Ну, это ты врешь. Я про дядю наврал. Правда? Правда. Честно наврал. Никакой он не летчик, а самый настоящий шофер. И не летает он, а машину водит, понимаешь? Ребята теперь все узнают. На всю улицу опозорюсь. А Ширин на другой улице живет. Значит, на две улицы опозорюсь. Знаешь, Мурат, можно сказать ребятам, что ты пошутил. Пошутил и все. Ни за что! Лучше я из дома убегу. На Северный полюс. Ну, я же говорю, что погиб я. Опять выдумываешь, да? Ничего меня не спасет. Ничего? Ничего. Ничего, ничего? Разве что волшебник какой-нибудь. Простой волшебник? Меня и простой волшебник спасти может. А как? Пусть меня волшебник временно в летчика превратит. А это волшебнику ничего не стоит.
Это ему расплюнуть. Ты же хотел быть доктором. Вот глупая, мне же временно летчиком надо стать, а не навсегда. Я только скажу ребятам: здравствуйте, я дядя Байрам. И никто ничего не узнает. Ну где этих волшебников найдешь? Все, пропал. Сегодня ты меня в последний раз видишь. Вот бы кто мне помог. Вот этот, Ертыгувак, мальчик с пальчик, он всем помогает. Ертыгувак! Ертыгувак, будь волшебником, помоги, а то я, знаешь, такое натворил. Не знаю, что ты натворил, но сейчас я иду волшебничать для одного бедняка. Вот когда там управлюсь, вернусь на эту страницу. Подожди меня. За лживые показания и за отказ вернуть долг баю Батрак Сахат приговаривается к отсечению головы. Палач! Амин. Остановите! Остановите казнь! Позволит ли мне высокий суд задать вопрос бедняку Сахату? Задавай. Братец Сахат, в каком месте ты вернул баю свой долг? У дерева. Врет, мошенник! Не получал я у него долга! И дерева не видел! Успокойся, почтеннейший бай. Пускай Сахат сорвет три листочка с того дерева. Пускай Сахат принесет эти три листочка сюда нам. Мы их допросим и установим истину. Я жду ответа высокого суда. Ну что ж, пусть идет и ревет листья. Стража, сопровождать его. Пусть идет, пусть идет. Тут все записано. Все записано. Почтеннейший бай! Как ты думаешь, успел ли уже бедняк Сахат дойти до того дерева, где он вернул долг? Пошел! Тут три шага! Откуда же ты знаешь, что три шага, если ни дерева не видел, ни долга не получал? Ах ты обманщик! Хотел опознать честь человека! Ертыгувак, ну помоги мне тоже. Сделай что-нибудь волшебное, чтобы мне стать взрослым. Только не навсегда. Потом ты меня опять сделаешь мальчиком. Хочешь стать взрослым? Ну иди, иди сюда. К тебе? Ко мне. А как я в книгу войду? Как войдешь? Встань, уперевшись ногами в небо. Может, вниз головой? Это и значит ногами в небо. Айгуль, подержи меня. От физкультуры освобожден? Нет, у меня пятерка. Ты готов? Я готов. Никуда не смотри, смотри в себя. Зажмурь глаза, Мурат, зажмурь глаза. Снится, не снится, прыгни в страницу. А теперь встань на ноги. О. Thank you.
ветер пустынь, в руку мне кинь, с разных концов горсть леденцов. Ветер пустынь, в руку мне кинь, с разных концов горсть леденцов. Хоп! Держи. А как я отсюда выйду? Снится, не снится, прыг со страницы. Снится, не снится, прыг со страницы. Так помни, Мурат, волшебные леденцы помогают только в добрых делах и через 3 часа теряют свою волшебную силу. Если ты захочешь воспользоваться ими для зла или неправды, быть в большой беде, помни, Мурат, помни, Мурат, помни! Зачем ты книгу захлопнул? Молчи, Айгюль, ничего ты не понимаешь. Ну, не хотел же я ее захлопывать, но так вышло, так еще волшебнее. Сейчас я превращусь в дядю. Он же сказал, не пользоваться для неправды. Не пускай, сказал. А я в летчика превращусь. Все ребята просто попадают. А, я его ищу. Он целый день за кустами стоит, шушукается. У бабушки забот полон рот. Гостя дорогого встречать нужно. А она бегает. Ищи его. Иди, иди, внучек, иди. Горе мое. Нет, в угол становись, в угол. И чтоб лицом к стенке стоял. Тихо, тихо. Чаю выпить. И то некогда. Бабушка Айби-Би, я не могу его успокоить. Ничего, ничего. Бутылочку, дочка, принеси. И телевизор сделай потише, а то вдвоем кричат. Ох, ты мой маленький, успокойся, мой хороший. Ух, какой глазастый. Успокойся, успокойся. Эх, не успею. Знаешь что, задержи ее там. Ну, расскажи ей такое что-нибудь, наплети. Успокойся, успокойся. Ну что ты плачешь? Не хочешь. Успокойся, мой хорошенький. Бабушка, можно я выйду из угла? Дядя Байрам приедет, увидит. Мне стыдно будет. Мама! Мамочка! Мурат, Мурат, иди скорее сюда! Ай, Мурат! Смотри, что с бабушкой! Мурат, ну зачем? Зачем ты бабушке подсунул леденцы? Да нет же! Она сама. Я чай себе приготовила, а она взяла мою пиалу. Ай, как же теперь без бабушки? Дядя Байрам приедет, а обед не готов. Ах.
какие длинные. Глазочки какие большие. Осторожней! Она ведь все-таки старая. Да чего хорошенькая, как куколка. Не тряси ее. Знаешь, какой у нее характер? Вредный. Моя хорошенькая, моя хорошенькая тетушка Финишечка. Сейчас превращаться надо. Да не надо тебя превращаться. Вот бабушку превратил, она теперь сидит и плачет. Да она это нарочно. Слушай, Агюль, давай я тебя в тетеньку превращу. Тогда ты за ними и за хозяйством приглядишь, а? Ага, не хватало. Чего боишься, трусиха? Слушай, давай я тебя в эту превращу, а? Ну, хочешь, балерину превращу? Я-то хочу, но папа рассердится. Тогда я Алтышку во взрослого превращу. Не смей, не смей! И так в доме все вернем из-за того, что ты натворил. Жалко же его, он не хочет. Алтышечка, ведь правда ты не хочешь? Хочет, хочет. Ему еще понравится. Ну, ладно. Вот твой папа приедет, я ему все расскажу. Бессовестно. Таких верхом ездят. А почему он спит? Может быть, волшебные леденцы его превратили в спящую красавицу? Алты! Эй, Алты! Зачем ты меня потревожил? Я соблюдаю режим. У меня соревнования. Лошадиные. Где моя манная каша и где мое молочко? Чу-чу-чу-чу-чу. Вот она, моя манная каша. Алты, это же не манная каша. Это мясо. Животик заболит. Не ешь. Иди играй с девочками. В ладушки-ладушки, где были у бабушки. А что ели кашку? Алтышка, тебе нельзя. Это же баранина. Дай яблочко. Яблочко, яблочко. Ты все ешь и ешь. Зачем я тебя превратил? Чтобы ты за бабушкой присмотрел. А за бабушкой?
А где она, бабушка? Вон она. А чья она, бабушка? Наша. Ах ты моя маленькая, ах ты моя миленькая. Идет коза рогатая за малыми детятами, сейчас запотает. Вот что, шутник. Я сейчас лягу в колясочку, а ты сиди дома и следи за ребенком. И чтоб все мне было вовремя, и каша, и молочко. Понял? Выкурить бы сигаретку после обеда. Вот она моя сигаретка. Хорошо. Это, наверное, дядя Байрам приехал. Разве такой бегемот в кабину самолета поместится? Эй, джигит в картузе! Если ты джигит и если ты в картузе, то твое место не здесь, а на ипподроме. А, поехали! А, вот и молодняк! Двухлетки, трехлетки! Ах ты моя крошечка! Ах ты моя резвушечка! Алюр, три креста! Рысью, рысью, марш! Дерни меня за ухо, ущипни меня. Слушай, Айгуль, мне пора. Не надо, Мурат, не надо. Ты уже превратил братика Алтышку. Видел, что вышло? Не надо. Молчи, Айгуль, мне самому страшно, а ты еще пугаешь. В чем тут доктор? Мурат! Мурат! Ты же стал Гулливером! Не хочу быть Гулливером! Мне надо летчиком стать! Я доктор. Халтура, а не волшебство. Может, у тебя там что-нибудь замкнулось? Мы, доктора, говорим в таких случаях. Повредилось, вывихнулось, сместилось. Вот твои леденцы. Что ни задумаю, не выходит. Не получается. На тебе, на тебе. Ну как я теперь ребятам покажусь? Я думал, летчиком стану, с погонами, с ремнями, с медалями. Не плачь. Буду плакать. Летчики не всегда же в форме ходят. Не всегда. Молодец, Айгуль. Что ты, Мурат, мне больно. Ничего. Я скажу, что мне в форме жарко. Я ее снял. Хорошо? Иди зови ребят. А я буду делать вид, что я взрослый. Поняла? Иди. Ах ты моя умница. Какая ты у меня стала тихонькая, смирненькая. Эх, Мурат, глупый мальчишка, чего натворил? Запер меня в книжке, обманул. И леденцы разбросал. Теперь куда их ветер занесет? Что случилось? Дорогие товарищи! Надо же! Сидит, как ни в чем не бывало, телевизор смотрит. На ипподром ехать надо, братишку выручать. Время-то идет, погибнуть может ребенок. Ай-яй-яй-яй-яй, дорогие товарищи, потеснитесь немного. Дайте сесть почтенному Аксакалу.
Вы увидите сегодня. А ты позови. Дядя Байрам! Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как поживаешь, Шерри? Как, Аман, нога не болит? Ну, занозу я у тебя сегодня вынул. А вот и Шерин. Откуда он нас знает, а? Вы удивились, что я знаю ваши имена? Да, да. А мне Мурат о вас в письме я написал. А. Молодец, Мурат, хороший у меня племянник, да? Да, а где Мурат? Где Мурат? Мурат... Где он? А Мурат... По делу куда-то ушел Мурат. А это что, ваша дочка? Какая дочка? Это моя бабушка. Бабушка? Я пошутил. Это одна знакомая. Пойдемте, ребята, поиграем во что-нибудь. Пойдем. Я нам Мурат про вас рассказывал. Давайте в прятки, ребята. Кому прятаться? Дядя Байрам, а вы на каких самолетах летаете? На Ту-104, еще на Ту-134, еще на Ту-2744 мы летаем. А разве такие самолеты бывают? А как же? Это самолеты будущего. И вы на них летаете? Будем. В будущем. Уже испытываем. Самолет – это аппарат тяжелее воздуха. Хвост, нос, два крыла, приборы всякие, карбюраторы, ингаляторы, стимуляторы, винты, болты. И все по законам физики. А мы знаем, мы проходили. Да? Молчал бы, двоечник. А вы ночью тоже летаете? Ну, а чего ж? И вам не страшно? Ну, еще как страшно. Вот лечу я однажды. Самолет новый, кругом темно, дороги не видно. Выхожу на крыло, включаю фонарик, ищу аэродром. А из самолета не выходят? Это был необыкновенный самолет. Этот. Самолет будущего. Совершенно верно. Усвоил. Да убери ты эту свою деревяшку. Ну так вот, выхожу и на крыло посмотреть, где аэродром. Вижу на краю тень. Этот тип свесился с крыла и преспокойненько фотографирует. Вижу, не наш. Выхватил я пистолет. Мурат, что плетешь? Забыл ту старинную присказку. Захотел осел мудрецом стать. Раскрыл книгу, а уши-то ослиные видны. Что? Только посмеялись над ним добрые люди. Нашли дурачка. Я ему вместо парашюта зонтик подсунул. А что это у вас? Меня такой трубочкой врач выслушивал, когда я чихала и кашляла. А я им мотор слушаю. Когда он чихает и кашляет. Кто-кто кашляет? Самолет. Вот вызывает меня однажды, срочно. Говорят, самолетом плохо. Так говорите, он у вас чихает, кашляет. У него катар верхних дыхательных путей. 3 раза в день смазывать машинным маслом, беречь от сквозняков. Дядя Байрам, а высоко вы летаете? Высоко. Отсюда не видать. А куда вы летаете? Как это куда? В космос! На самолете в космос не летают. А на моем летают. Это на том, который сквозняка, что ли, боится? Да нет. На запасном. Там же сильный мороз. В космосе, что ли? Конечно. Это не страшно. Там температура минус...
36,6. О, а нам говорили, что на высоте 10 километров. И то холоднее. Мороз больше 40 градусов. Кто это тебе сказал? Сапар Мамедович, руководитель авиамодельного кружка. Много он знает, твой Сапар Мамедович. Он радистом был. Радистом? Радист не летчик. Ему однажды нужно было, не раскрывая парашюта, 6 километров лететь. А там что-то случилось, и парашют сразу раскрылся. И он пока долетел, весь замерз. И еще ему воздуха не хватило. Он даже сознание потерял. Вокруг воздух, а ему воздуха не хватило. Да не воздуха! От того, что в воздухе, ну, как его там? Ну, воздух, что еще в воздухе? Да нет! Ну, там еще этот, ой, ну как его? Кислород! О! Ему кислорода не хватило. Он еще в воздухе сознание потерял. А потом его спасли. Кислород? Да, кислород. А вы чем дышите, когда в космос летаете? Раз там воздуха нет. Или вы не дышите, а? Дышу. Я воздух беру с собой. Я не люблю дышать кислородом, понимаешь? Нет. А в чем вы его берете? Ну вот в этом. Ну в этом. Ну где рыбки живут? В банке. Аквариум. Вот. Правильно. В аквариум кладу воздух. Половина воздуха, половина воды. В воде рыбки плавают. Беги на ипподром, спасай братишку. Выпустите меня отсюда, книжку откройте. Пропал, малышка. Айгюль, скорее на ипподром. Надо его спасать. Давай. Держись. Опоздай, Мурат, на чем бы доехать? А, на самокате, мигом доедем. По-моему, никакой он не летчик. Ребята! Ребята! Нет, не слышат меня. Басни. Ну да, взрослый брать не будет. Взрослый? Он как мой брат. Правда, ребята, если он летчик, то почему же он не в форме? Точно. Молодец, Ширин. Ребята, давайте я к ним сбегаю и спрошу у бабушки, почему дядя Байрам не в летчицкой форме? Давай, и самолетик захвати. Не надо было оставлять. Неудобно было. Это знакомая, которая сидит у дяди на руках, все время с ним играла. Сержант милиции Кокобаев. Ваши документы. Какие документы? Документы на вождение транспортного средства. Короче, ваши права. Дядь милиционер, это же игрушка. А пассажиры? Тоже игрушки? Это кто? Ваши дочки? Нет, Денька Александровна. Это моя подружка. А это моя бабушка. И вот что, гражданин шутник. Оставьте свой Мерседес. Дальше шагайте пешком. Завтра придете в ГАИ. Вы свободны.
Верно, все почтенные джигиты, собравшиеся сегодня на этом ипподроме, думают, не иначе сам Кер-оглы дал тебе своего волшебного скакуна, знаменитого Герата. На самом деле, это пони с конюшни колхоза «Победа». Наконец-то! Теперь на ипподром. Ну, погоди, Мурат. Ну, погоди, Врунишка. Какая куколка! Дяденька, отдайте бабушку. Дяденька, отдайте. Дяденька, отдайте, я вам говорю. Дяденька, отдайте бабушку, дяденька. Мы опоздали. Уже не опоздали. Дяденька, отдайте бабушку. Дяденька, отдайте бабушку. Мне милиционер и говорит, почему ты, старик, верблюда по городу гонишь? А я ему говорю, а что мне с ним по воздуху летать? Должны мы как-то домой попасть. А он мне и говорит, движению, старик, мешаешь. Слушай, Шукур, что ты в сандалиях ходишь? Что тебе мои сандалии? Начал рассказывать, так рассказывай. Так вот куда ветер закатил леденец. Благородное животное, не ешь его. Стой, стой. А, так он говорит, движению мешаешь. А я ему говорю, что это движение мне тоже мешает. Химию воздух напускает, дышать нечем. Ты, говорю, милиционер, на верблюда не обижайся. Верблюд, он животное ценное. Вот купил я верблюдицу, теперь буду молоко пить каждый день. От него здоровье прибавляется, молодость возвращается. Я за эту верблюдицу знаешь, сколько отдал? Я ее теперь как родную буду беречь. Любить? Слушай, Сары-ага, а почему ты ишака все время верблюдицей называешь? Какого ишака? Вот этого, что ты ведешь. Я верблюдицу веду. Да нет, ишака, сам посмотри. Да и смотреть не буду. Я купил верблюдицу. Верблюдицу и веду. Упрямый ты человек, Сарега. Ах, нет, это ты со зла так говоришь. Ты так говоришь, да потому что мне твои сандалии не понравились. Ты так говоришь, потому что мне твои сандалии не понравились. Салам алейкум, Байрамджан. Салам. С приездом, Байрон. С приездом. Салам. Спасибо. С приездом. Ты справедливый человек. Рассуди нас. Он говорит, что я упрямец, а я говорю, что он. Посмотри, кого я веду? Верблюдицу или ишака? По-моему, ишака. Ишака. Чтоб тебя. И тут химия. Твои сандали тоже химия. Байрамджан, есть правда на свете? Ну да, есть. Ну разве это не химия? Вел старик верблюдицу, а привел ишака. Ну скажи. Слушай, Сары-ага, пока базар не закрылся, беги скорей. Может, еще повстречаешь того химика. Он тебе из ишака верблюдицу сделает. Дай мне только до него добраться. Он у меня не только химию. Имя свое забудет. Такси! Эй, такси! А у тебя деньги-то есть? У меня только мелочь. Деньги? Не знаю. Подожди. Ого, сколько денег! Сам не знаю, откуда взялись. Не надо, нехорошо. Они, может быть, чужие. Ну и пусть, нам спешить надо. Эй, такси! Эй, такси! Вам куда? На ипподром поскорее, пожалуйста. 5 рублей. А у нас как раз 5 рублей. Садись. Спасибо. Садись, Игорь.
Бешимов вырвался вперед. Позади него, голова к голове, оставая ровно на один корпус, мчатся лучшие наездники сегодняшних скачек. Смотрите, смотрите, Алтын Бешимов улыбается. Он уверен в близкой победе. Все зрители привстали с места. Дяденька, он 5 рублей положил. Машина свободна? Куда вам? Недалеко, в город. 5 рублей. Давай. Садись. Вот жулики. Торопился. Я его подвез. А он мне вместо денег конфетные обертки сунул. Фу! Билеты? Предъявите билеты. Предъявите билеты. Ваш билет. А, это девушка с тобой, да? Это моя старшая, это маленькая. Ей билет не нужен. Парень, где твоя маленькая? Бабуля. Бабушка. Бабушка, это ты? Ой, где это я? Бабушка, как ты себя чувствуешь? Ой, бессовестный! Коза тебе, бабушка! Бабушка, так это я, Мурат! Ой, ой, да хоть Мурат, хоть Фархад! Какое мне до тебя дело? Отвяжись от меня, отвяжись! Еще какой-нибудь фокус покажи. Кто хочет побывать на Мударье? Я! Чур, моя очередь! Ну, садись. Значит, ты хочешь побывать на Мударье. Хорошо. Ширин, принеси-ка мне кружку воды. А-бус, карабус. Вот так. Тебе уже жарко, считай до 10, зажмурь глаза. Считай. Раз. Считай, считай. Два. Два. Три. Три. Четыре, четыре, пять, тебе уже жарко, тебе уже жарко. Так, зажмурь глаза, не подглядывай. Так, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Нам рассказывал другой дядя Байрам, летчик-испытатель. Какой дядя Байрам? Ваш родственник. Не знаю, как он ему доводится. Летчик? Да. О, такого родственника у нас нет. Дядя Байрам, у вас какая машина? У меня ураган. Ураган? Она что, дует? Перевозит. А вы что на ней возите? Трубы. Вот ваша мамочка по утрам вам на чем яичницу готовит? На плите. На газе. На газе. Ну вот, по этим трубам к вам газ течет. Угу. А знаете трубы какие? Большие-пребольшие. Вы все в них можете на перегонки бегать. Правда? Правда. Вот это да. Дядя Байрам, а где ваша машина? Моя машина? Да, где? А вы ее хотите увидеть? Да. Сейчас, 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 сейчас. На. А где все-таки ваша машина? Моя машина в соседнем переулке стоит. Она такая большая, что здесь ей никак не развернуться. Да, я ее перегоняю из Небиддага в шатлык, слышали? Да. А что там делают? А газ! Газ добывают. Давай, давай, давай!
Впереди Алты. Он вырвался вперед, далеко оставляя своих соперников. По-прежнему впереди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Ничего не понимаю. Алты Бешимова больше не вижу. На его лошади скачет ребенок. Одну минуту. Глазам своим не верю. Действительно, Алты Бешимова больше нет. На его лошади скачет ребенок. Уважаемые зрители, прошу сохранять спокойствие. На нашем ипподроме такое случается впервые. Поскольку мы с вами знаем, что чудес на свете не бывает, будем надеяться, что наука нам как-то это объяснит. Мурат, бабушка. Мурат, долгой тебе жизни. Теперь, дорогой Мурат, мой дом все равно, что твой дом. Когда захочешь, в любое время приходи. Очень рады будем. Спасибо, бабушка. Только никак я не пойму, чего это ради я тут с внучиком очутилась. Так бывает, бывает, бабушка. Идем, золотко, идем домой. Байрамджан. Салам, сыночек, салам. Ну, как ты? Здравствуй, мама. Как здоровье, сыночек? Хорошо. Как поживаешь, мама? Как себя чувствуешь? И болеть не болею, а с головой что-то не то. Вроде как во сне. Ты, наверное, утомилась, мама. Наверное. А где же Мурат? Что же, он не помогает вам? Какая помощь? Только забот добавляет. Большой, наверное, стал. Он только одни сказки читает. Фантазер он у меня какой-то. Да. Уж не знаю, что с ним делать, Байрам. Ты смотри. Ну, хорошо. Когда он придет, пошли его к нам. Я детям свою машину покажу. Она тут недалеко. Ага. Пошли. Можно будет, дядя Байрам? А вы нас покатаете немножечко? Дядя Байрам, вы меня на улице покатаете? Покатаю, ребята, всех покатаю. Да она здесь недалеко, за углом стоит. Айгю. Я тоже хочу покататься. Время давно прошло, я все не превращаюсь. Из-за того, что ты после волшебства тоже вран. А что? Вот останешься навсегда таким большим. Большой и глупый. Нет, Айгюль. Волшебство здесь ни при чем. Я еще до волшебства заврался. И помочь мне не может. Даже Ертыгулак. Ертыгулак помог бы, если бы ты обещал больше не врать. Но ты же книгу захлопнул. Говорила же я. Айгюль, принеси, пожалуйста, книгу. А? На. Ертыгулак! Где ты? Я здесь. Подойди поближе. Ертыгулак, будь волшебником, помоги. Что тебе, волшебные леденцы? Нет, нет. Я хочу стать таким,
каким я был. Врунишка и хвостунишка. Нет, я больше не буду. Не верь обманщику, обманет. Так мудрые люди в старину говорили. Но я готов еще раз, еще один раз помочь тебе, если найдется такой человек, который скажет, что он за тебя ручается. Ну где же я возьму такого человека? А знаешь, какой он смелый? И еще он очень хороший друг. Он алтышку спас, прямо под копыта бросился. А сколько за нос у нас вынул. Потом он добрый. Да я за него. Знаешь, Мурат, дружба это лучшее, самое лучшее, что есть на свете. Дядя Байрам тебя ждет. Где ты был? В сказке, бабушка, в сказке. Какая сказка? Беги скорей. Там твой дядя ребятам машину показывает, покатать их хочет. Беги скорей, а то они без тебя уедут. Тише, тише. Ну надо же, в сказке, говорит, был. Надо же такое выдумать, алтышечка. Вот это да. Не хуже, чем самолет. Видишь, зря ты, Мурат, нахвастал, что дядя твой летчик. Шофером быть тоже интересно. Эх, мне бы такую машину. Ну как, нравится, ребята? Очень. По любым пескам может ездить. И кругом может? Да, это вездеход. По любым пескам? О, салам, Мураджан. Иди сюда. Где ты был, Мурат? Посмотри, у дяди Байрама какая машина. Опа! Ах ты мой дорогой! Ребята, честное слово, я никогда больше врать не буду. Какой же ты большой стал. Садитесь, ребята, теперь я вас покатаю. Ну что, устроились? Сейчас. Эй, Сарега! Байрамджан! Сарега! Вот это действительно верблюд, а не ишак. Сынок! Байрамджан! Слушай, пока я ходил за этим химиком по базару, смотрю, за мной идет не ишак, а верблюдица. Вот чудо!
много братьев.